Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня с новой серией на проекте Imagine Free Play. Сегодня будет насыщенная серия, поэтому смотрите ее от начала до конца. Также не забывайте ставить лайки. Прошлую серию вы не особо поддержали, там 1000 просмотров и всего лишь 170 лайков. Поэтому давайте сделаем так, как было раньше. Набирайте на этой серии 300 лайков, и я иду записывать новую серию по Мазингу. Потому что вы постоянно ноете, типа, вот почему выходят серии по родине, там мало просмотров, но ты мало снимаешь на Мазинге. Во-первых, на Мазинге нечего практически снимать, реально сложно что-то придумать, чтобы записать. Во-вторых, вы не хотите ставить лайки, реально. Видосы смотрят, допустим, 1000 человек, а лайки поставили 170 человек. Почему нельзя было поставить, допустим, 300 лайков? Я же все-таки стараюсь, трачу свое время. Стараюсь в первую очередь для вас, потому что Амазинг мне не платит. Да, с Родиной я сотрудничаю, и Родина — это мой заработок. Как бы они мне платят деньги. Но Амазинг мне не платит, я мог бы просто забить хер и не снимать на Амазинге вообще, понимаете? Поэтому, пожалуйста, давайте будем понимать друг друга. Вы ставите лайки, я вижу активность и иду записывать новую серию. Я думаю, это легко и понятно. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Ким. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны и девчата, всем привет. Сегодня у нас новая серия, как вы поняли, по Амазингу. Честно, я не знаю, что снимать, потому что мне нету интереса здесь играть. Я вообще почти не играю на Амазинге, я больше играю на Родине. И вы постоянно бомбите, типа, вот почему ты снимаешь на Родине, если там нету просмотров. Так наоборот, вы должны меня поддерживать, вы должны ставить лайки. Вы должны везде, на всех роликах ставить лайки и писать комментарии. Как бы вы должны меня постоянно поддерживать. Неважно, где я снимаю и играю. Как бы если вы меня смотрите чисто из-за Амазинга, то мне такие подписчики реально не нужны, потому что я хочу, чтобы меня аудитория смотрела из-за того, что это я, а не из-за того, что я играю там на Амазинге либо на Родине. Это вообще не должно играть какую-либо роль, понимаете? Когда я вижу то, что вы вот обсираете там Родину, типа говорите, почему нету серии по Амазингу, ну потому что мне вообще не хочется снимать, когда я вижу то, что моя аудитория чисто смотрит меня ради одного проекта, вот и все. Меня это реально очень бесит, поэтому, пацаны, будьте как-то, ну, повнимательней, как бы, ну, ставьте лайки. Вам что, в подло зайти просто на Родину, посмотреть видео, поставить лайк. Тем более видео по Родине получаются интересные. А на Амазинге сейчас особо нечего снимать, и поэтому серии выходят редко. Вы по-любому должны это понимать, тем более сейчас лето, понимаете? Ну, я не могу постоянно сидеть дома. Как бы на Родину я зашел, я уже знаю, что я буду снимать. На Амазинке я захожу и должен придумать, что мне снимать. Сегодня чисто будет такая лайтовая серия. Сейчас позанимаюсь своими делами, я не заходил 2 дня в игру. Давайте посмотрим, что там с компанией вообще происходит. Так, информация... Так, 17 наград уже имеется. Это очень даже неплохо. А, F2. Я уже забыл, как тут звук выключается. Я уже 1000 кнопок нажал. Так, давайте поздороваемся с пацанчиком. Так, компания у нас получается, награды есть. Сейчас надо взять и обменять их на фуру. Бля, лишь бы магнум, конечно, выпал. Давайте вот обменник. Давайте напишем хорошо. Конечно, немножко не вовремя зашел. Так, давайте обменяем на фуру. Бля, лишь бы сейчас магнум выпал. Есть, пацаны, магнум выпал, прикиньте. Реально, теперь у нас 10 магнумов. Вот это по кайфу. Я, кстати, передумал продавать компанию. Теперь у нас реально 10 магнумов, пацаны. Так что быстренько к нам в компанию идите. Понимаете, 10 магнумов. Короче, сегодня чисто буду свои делишки решать. Кстати, насчет BMW. Насчет BMW я хотел сказать то, что я ее не буду разыгрывать, потому что вы не набрали 500 лайков даже. Вы там 410 лайков понабрали и все. Сейчас, короче, поедем в банк, оплатим налоги, потом поедем, будем продавать вот эту малышку. Как бы я хотел ее разыграть, но вы, к сожалению, набрали лайки. Я ждал неделю. Я ждал неделю, пока вы наберете лайки. И там набралось 410 лайков. То есть, если бы хотя бы 500 набрали лайков, я бы ее разыграл. Ну а так, пацаны, ну, не обессудьте. Да, тачка прикольная, я бы себе ее оставил, но у меня, повторюсь, есть бэха другая, вот. Мурка. С аудиосистемой. И мне вот эта бэха вообще не нужна. Я тем более хочу сейчас эту бэху продать. Чироки, получается, у Матвея. Потом Чироки продать хочу. И купить себе новую машину. Поэтому, как бы, бэха мне это не нужна. Мне нужны деньги. Поэтому сейчас едем в банк, платим налоги, снимаем бабосики, которые у меня там есть. И едем продавать вот эту бэху. Короче, пацаны, не смог я продать машину. Пацан ливнул из игры, походу. Тем более сервак лагал, я вообще не мог зайти. Пиздец, только зашел нормально поиграть. И сразу сервак лег, просто невозможно было зайти.
Но я погулял, в принципе, пришел домой, зашел обратно уже в игру. Не могу вот это корыто продать, реально. Я думал, она быстро сейчас уйдет, ну, за 18 лямов, но никто ее покупать не хочет. Предложили мне обмен на М6, заплата 7 миллионов, поэтому сейчас поеду, посмотрю вообще М6. Конечно, мне Матвей не советовал ее покупать, типа, говорит, говно машина. Но сейчас давайте потестим ее. Если мне понравится, я, возможно, поменяюсь. Ну, бля, она симпатичная, сука. Это меня подманивает, потому что она симпатичная. Ну, он говорит, 246 она пиздошит. Ебать, она ебашит. Нормально. Я без 8, если что. Хорошо, братанчик. Ебать, она 250 летит. Нихуя себе. Бля, ну, прикольная тачка, прикольная. Вот я бы ее хотел. 7 миллионов доплаты. Бля, ну не знаю. Так, пусть бэха здесь стоит, в принципе, ничего страшного, думаю, не будет. Не, ну бэх вот это прикольно, честно, мне нравится, мне нравится. Бля, я, конечно, BMW-дрочер, но не настолько. Просто, ну, Чироки мне не интересен уже, он меня кумарит, я хочу его просто продать, либо слить в хоз и все, и забыть о нем. А я хочу что-то новенькое взять, а вот эта тачка, я думаю, вообще нормально будет. Как бы она и едет хорошо. И что вы думаете, пацаны? Он сказал, я сейчас в банк зайду и выйду. Заходит в банк, и просто машина пропадает вместе с ним. Пиздец просто, я в ахуе. Я просто в ахуе, пацаны. Бля, зачем договариваться, если не хочешь обмениваться? Он, походу, либо меня наебать хотел. Не, возможно, украшло, я это не исключаю. Короче, пацаны, в итоге я сейчас буду делать обмен. Две машины на одну. Но тачка реально прикольная, потому что их мало на серваке. И там есть аудиосистема, поэтому сейчас, я думаю, будет интересно. Так, вот, Mercedes-Benz X-класс, пацаны. Почему X-класс? Потому что там есть аудиосистема, эта тачка редкая. И взамен я еще Раптора дам. Ну, типа, если я забираю Мерседес, то получается, ну, мне не нужен Раптор, потому что, ну, зачем мне два пикапа? Да, пацаны, возможно, вы напишите то, что я дурак, отдаю две машины взамен на одну. Ну, просто, во-первых, мне бэху подарили, как бы, да, это подарок. Я хотел ее разыграть, но вы лайки не набрали, поэтому ко мне претензий не должно быть. Во-вторых, как бы, зачем мне два пикапа? Вот зачем мне два пикапа? Вы можете меня понять? Ну, мне это вообще не надо, поэтому я решил обменяться. Тем более машина интересная, пацаны. Реально, тачка интересная, тем более там есть аудиосистема. Эта машина где-то стоит 0,40 лямов. Примерно 40 миллионов стоит эта машина, может больше. Честно, я не шарю. Но 40 она точно стоит. Раптор стоит 20 миллионов. Бэху я целый день не могу продать. Ей цена где-то 0 лямов 17, то есть, ну, это выгодный обмен. Как бы равномерный обмен. То есть ему выгодно обменяться, и мне. Тем более ему эту машину подарили. Ему этот Мерседес подарили, на который я обменялся. Поэтому, пацаны, я считаю, то, что я правильно делаю. Как бы Raptor, да, пиздатый, не спорю. Он в полном тюнинге, кроме аудиосистемы. Номера пиздатые. Но понимаете, ну зачем мне два пикапа? Как бы если что, потом у меня бабки будут, я у него выкуплю его. Если он его не продаст куда-то, либо в ГОС кто-то его сольет. Как бы я потом выкуплю его обратно, без проблем. Говорю, если будешь продавать Раптор, то майк не мне, я его выкуплю. Просто сейчас бабок нету, поэтому я... Ну за 20 лямов я тебе выкуплю его. Так, давайте продажа транспорта. Куча ID там, 336. Так, это он, да. Все, отдаем машину полностью. Все, давай, кидай, братан, кидай. Не знаешь, кто Магнум? Магнум? Бля, я не знаю, честно, покидай объявки. Бля, пацаны, я не знаю, но я доволен как слон. Я, пацаны, если что, не наебал, как бы, все нормально. Как бы я его наебывать не собирался. Я ему вообще предложил, он говорит, типа, на одну машину обмен. Говорю, нет, конечно, две. Он бы на одну, мне кажется, поменялся, потому что он не шарит. Он не знал, сколько его продавать, потому что ему ее подарили. Он вообще не знал, сколько ее даже продавать. Он просто стоял на шане и все. И не знал даже, сколько ее продать. Бля, я реально очень доволен. Кстати, у меня место освободилось. Бля, аудиосистема здесь есть. Это реально классно. Я, скорее всего, ради аудиосистемы купил, потому что, ну, у меня на аудиосистеме это Мурка, получается, Магнум. И теперь вот эта машина. Как бы целочка тоже, в принципе, нормальная. 95. Да, госка маленькая, но мне вообще похуй, если честно. А, клиренс стоит 100%. Бля, это реально охуенно. Я просто очень рад, то, что такой вариант подвернулся. Как бы все выгодно, как бы ему выгодно, мне выгодно. Он как бы продаст эти две машины и заработает лям 750, покупаем. Я ебанутый просто, занижение ставить на такую машину. Так, развал я точно делать не буду. Ебать мой рот. Она занижена нахуй просто. Не, ну смотрится неплохо, пацаны, согласитесь. Цвет, конечно, не очень нравится, но
Бля, она такая задишна, чисто жопа села, морда тоже села. Ну что ж, вот такую вот машину я себе приобрел, точнее обменял. Я очень доволен, если честно. Реально, мне эта машина нравилась и нравится. Я даже про нее обзор снимал когда-то, может вы помните. Когда ее только добавили, я на нее обзор снимал. И мне тачка понравилась внешне. Вот морда у нее реально очень классно выглядит. Вот согласитесь, реально, ну, кайфово выглядит. Ну а жопа такая себе, я об этом говорил. Кстати, я еще номера переставил. Я Чироки в гос слил, купил номера с рулетки и переставил вот сюда номера 3U38. Те, кто писали, что это именные номера, можете сразу идти нахуй, потому что если бы это были именные номера, я бы через рулетку номерные знаки бы не поставил. Потому что многие там писали, выебывались, типа, вот, это именные номера, это не блат номера. А вот именно то, что это блат номера, пацаны, поэтому можете спокойно отсосать мой пенис. Те, кто писал то, что это именные номера. Мне нравятся эти номера, как бы я их хотел продать, но потом подумал, типа, ну, как бы за сколько я их купил, я их не продам, я их покупал за 70 лямов, я за них очень много переплатил, просто я восьмерочки собираю, поэтому я себе хотел их купить. Ну а так, тачка кайфовая, я ее занизил, в принципе, все с ней хорошо, катаюсь, кайфую, аудиосистема тоже имеется. Как бы теперь у меня 11 машин, но ничего страшного, потом еще что-то куплю, когда бабки заработаю. Серия получилась насыщенная, надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить мой промокод. Кто не знает, как вводить промокод, пишите MM, потом вот, 7 пункт промокод, и пишите вот сюда вот, указать друга ютубера, и там указывайте мой промокод капсом Кирилл Гейм.